Всем привет, друзья, с вами Мири. Мне хотелось вам показать, какие же версии Bandai Namco Land существуют или вообще не попросту не существуют, потому что мне последняя версия Bandai Кошмарный Побег. Вы сейчас будете в шоке, конечно же, и вы такие: нет, мы не в шоке. Ладно, я вам покажу. Заходим на этот сайт. У этого информация недоступна, потому что она не связана с этим. Но вообще, эта игра должна связана со всеми сетями, но поскольку она не находится в сети, то есть о ней информации попросту не существует. Что это за программа, которой сейчас не сижу? Ну, эта программа, можно о ней узнать, какие существуют старые версии у этой каких-нибудь игр или программ. Например, давайте окунемся в игру Гренни. Например, можно узнать, какие были раньше, существовали версии Грейни. 1.0.5, 1.1, 1.12, 1.0.5 это самая глубокая версия. Тут можно углубиться в старой версии игры. Название на программу я не смогу оставить в описании, потому что вам придется смотреть, как она называется в меню игры. Я вам отвечаю правда, она не дает мне доступ к информации старой версии Бенди. И некоторым другим играм. Если тебе понравилось это видео, так почему тебе не поставить ему лайк? И не будь дурачком, пожалуйста, поставь видео лайк, если хочешь знать очень интересные программы об узнавании старых программ, тогда я могу вам, кстати, помочь. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки. Пока-пока.